Итак, еще раз всем добрый день. Меня зовут Нина Копол. И сегодня я с вами буду на вебинаре. Расскажу свою историю немного, расскажу о нашей команде, о компании, суть работы, конечно же, отвечу на все ваши вопросы. Не стесняйтесь, пишите, в конце будет возможность задать вопросы всем. Вот, если в серединке, если пропущу, то в любом случае в конце отвечу. Итак, прежде чем начать, хочу вас пригласить сегодня еще на вебинар, который будет вести Людмила Медведева. У нас сейчас осень, да, зима уже практически, и ее тема как раз-таки уход за кожей и незаменимые помощники наши в продукции компании Oriflame. Рекомендую прийти, потому что очень много полезной информации. И те, кто собирается на тренинг «Практическая косметология», заодно, кто не был там еще, да, вы заодно сможете с ней познакомиться поближе. Вот, и хочу сказать, что у нас стартует уже 22 числа, будет вводное занятие по этому тренингу. Мы уже несколько лет ведем тренинги «Визаж», «Косметология» и группа поддержки «Wellness», «Правильное питание». Вот, и эти тренинги только для нашей команды «Экспресс-карьера». Вот, и вы можете участвовать, обращайтесь к директорам, или если ваша команда не участвует, вы можете попросить у вашего директора мои контакты, написать напрямую мне или Людмиле, да. Вот, хочу показать, какие чудеса творит наша продукция. Это отзывы. Их на самом деле очень много за несколько лет. Не буду сейчас на этом долго останавливаться, поскольку у нас тема другая. Вот. Но наша продукция действительно творит чудеса. И кто еще не познакомился, да, поближе, может быть, не пользовались, я рекомендую, особенно если вы будете под руководством профессионалов, да, то есть правильно эту продукцию использовать, то сейчас что-то выскакивает, то вы получите результаты, которые хотите. Косметологическая, да, уходовая наша продукция борется и с купирозом, и с покраснениями, и с шелушениями, и пигментные пятна убирает, и морщинки убирает. То есть все, ну, просто она потрясающе работает, поэтому я очень рекомендую. Кроме того, у вас будет два тренера, и второй тренер будет вести лекции. У всех треск? Девочки, у всех трещит? Будет возможность, второй тренер будет читать лекции по фейсбилдингу. И прямо с вами будет уже в процессе, да, ну, вы будете прям выполнять эти упражнения. Такие вещи стоят очень дорого. И для вас это просто символическая цена, так что спрашивайте. Так, идем дальше. Да, наш тренинг по правильному питанию и коррекции веса, который ведут врач, нутрициолог и фитнес-тренер. Тоже с Нового года мы будем делать набор. Обращайтесь тоже, следите за новостями. Тоже уже несколько лет, уже 6 лет, если я не ошибаюсь, мы ведем этот тренинг. И просто потрясающие результаты с нашей продукцией Wellness. Вот. Ну а сейчас не буду вас томить, да, давайте начинать по теме. Итак, сразу хочу сказать, что если есть люди, которые думают, что сетевой бизнес – это пирамида, лохотрон какой-то и так дальше, хочу сразу ответить, да, как бы на эти вопросы и объяснить разницу между финансовыми пирамидами, которые действительно незаконны и которые ну, благодаря которым, да, много людей пострадало, да, и потеряли свои деньги. Так вот, нужно просто разобраться. То есть у меня даже родители попадали в эту пирамиду еще вот много-много лет назад, я еще там подростком была. Вот, просто нужно разобраться. Я разобралась, и вот уже 8 лет я работаю с Oriflame, и, ну, то есть просто нужно понимать разницу.
Итак, отличие от финансовых пирамид в сетевых частных компаниях, да, в том, что в финансовых пирамидах либо первое, да, либо нет товара вообще, либо он есть, но он какой-то один, который вы обязательно должны купить. Нужен он вам, не нужен он вам, все равно, да, то есть либо нужно просто вкладывать деньги. Пирамиды прикрываются, вот за эти 8 лет я в интернете наблюдала очень много разных пирамид, прикрываются и благотворительностью, и подарки там Дед Мороз принесет, и чего только не напридумывают люди, фантазия работает для того, чтобы доверчивые, да, люди, которые, ну, доверчивые в основном, это жажда быстрых денег, вот те, кто вот ждет вот этих быстрых денег за практически ничего не делание, в основном они и попадаются. То есть там вложи деньги, эти деньги пойдут там на благотворительность, там, и там часть тебе там вернется, да, и приведи таких же, которые тоже вложат. Еще часто люди говорят, там тоже работают, ну, естественно, психологи, да, которые понимают, что, ага, люди уже понимают, что раз товара нет, значит, это пирамида. Они, вот я видела тоже, сталкивалась там пирамида, там какая-то сыворотка там для похудения, там с какой-то Америки, там стоила она там что ли, то ли $250, то ли что-то вроде того. И вот неважно, нужно тебе худеть или нет, ты ее обязан покупать, иначе ты вылетаешь вот с этой вот системы. Или говорится, что наш товар это информация, да, информация, что вот, ну, типа информационный век, там интернет, и вот инфобизнес процветает, и вот информация. Ну, а информация какого рода? Собираются такие же вебинары, да, то есть вас собирают спикер и рассказывают о том, сколько вы должны вложить денег, да. Вот, то есть это первое. Второе, ну, они незаконны, они вообще запрещены законом. И любые какие-то, и выплаты, кстати, тоже идут не через банк, как правило, да, а какие-то кошельки там и так дальше. То есть если нам Oriflame платит на расчетный счет в банке, то есть все официально, легально, прозрачно, то там такого нету. Вот, и пирамиды, они долго не существуют. То есть они, была передача как-то по телевизору, я смотрела, там объясняли тоже природу вот таких вот организаций, да, то есть они не могут, ну, по своей природе существовать там 10 лет, 20 лет и так дальше. И если посмотреть по, ну, волны, да, которые идут в интернете, вот я помню, там вот была там пирамида, там МММ 2012, да, потом через год, Новый год, пирамиды, там, МММ 2013, да, то есть максимум год, есть хайпы там, да, они существуют там буквально день или несколько дней, выплаты там ежедневные и так дальше. В пирамидах действительно можно заработать, да, но это незаконно, и вы зарабатываете заведомо на обмане других людей, потому что если верхние еще что-то могут себе урвать, то нижние уже вряд ли что-то урвут, они просто отдадут свои деньги. В сетевых компаниях, во-первых, есть товар, и товара много. У нас в Oriflame более 1500 наименований, и это как большой супермаркет. Вот представьте, вы зашли в супермаркет, и там 1500, да, наименований товара разного. И, в общем-то, ну, очень многие компании используют принципы сетевого маркетинга. Там, приведи друга, получи подарок, да, то есть вот эти, это не только именно в сетевых компаниях, и в обычных тоже. И самое главное, что я не буду сейчас расписывать за другие сетевые компании, потому что маркетинг-планы разные и есть свои подводные камни. Я буду говорить о нашей компании, потому что вы пришли сюда, да, послушать об этом. Что самое важное, неважно, когда вы пришли, там через 5 лет, там позже спонсора, там или через 10 лет, это абсолютно неважно. У нас есть в команде люди, которые, например, пришли позже, чем я, да, но у них звание выше, соответственно, доход тоже выше. Здесь зависит от того, насколько, как вы будете работать. Далее, мы, это, ну, благородный бизнес, почему? Потому что мы, ну, заинтересованы в том, чтобы наши партнеры зарабатывали. То есть я вот, да, сейчас вот работаю, допустим, вот приглашаю новых партнеров, да, и я хочу, чтобы они стали директорами и как минимум золотыми и так дальше, чтобы они зарабатывали там по $1000 там и выше. И чем больше, тем лучше пусть зарабатывают, потому что, ну, мне это выгодно. У меня в команде более 100 директоров, и я счастлива, что девчонки растут, что они сами уже работают, да, самостоятельно, без меня. То есть
мои личные новички, да, какая-то часть директоров, от них уже пошли, они уже, да, когда работали, и они уже вырастили тоже новых лидеров. Вот, поэтому здесь в этом плане очень бизнес благородный, и главное, конечно же, чтобы это было взаимное желание, потому что спонсор-то всегда хочет, чтобы новичок вырос, а вот новичок вот уже должен для себя решить, хочет он здесь работать или не хочет, да? Но вы должны понимать, что это законно, что эта деятельность разрешена, и компания Oriflame работает уже 50 лет, ни одна финансовая пирамида столько не работает, она просто не может столько существовать. И за эти 52 года, да, получается даже, компания работает в 63 странах мира. То есть это огромный гигант, да, Oriflame, производитель, который имеет несколько собственных заводов, плюс свои линии на разных заводах мира, конвейерные линии, помимо своих заводов, еще различные конвейерные линии, да, арендовываются. И вся эта продукция, да, распространяется на 62, на 60 уже 3 страны. Вот, то есть, ну, согласитесь, те, кто хочет там обмануть людей, да, и просто с них деньги, да, сорвать, то они не будут, ну, так прям там заводы строить там и так дальше. Это тысячи рабочих мест, да, по найму в том числе. Вот, поэтому вот так. И до Oriflame, в принципе, я, ну, жила как все, да, как многие люди, большинство людей, работали мы с мужем, да, семья, то есть, в принципе, ну, если брать вот как со стороны, да, у нас, ну, все было хорошо, и, ну, в принципе, о чем может мечтать человек, да, то есть хорошая работа, там, любимая семья, то есть все это было. Мое первое место работы – это областное управление юстиции у нас в Днепропетровске, в Днепре уже. Вот, проработала я там 3 с лишним года, после чего ушла преподавать в институт дисциплины, связанные с правом, да, транспортное право и так дальше. Вообще я сама юрист, да, по образованию, магистратуру закончила. Вот, ну и, собственно, там тоже я проработала 3 с лишним года, после чего ушла в декрет. Вот, в юстиции нам, в принципе, на тот момент очень даже неплохо платили по тем меркам. У нас были достаточно высокие зарплаты и премии хорошие. Вот, кстати, сейчас, вот насколько я знаю, сейчас уже таких премий нет, спрашивала девочек там, да, как и что. То есть, а сам голый оклад госслужащего, он, ну, мизерный. Вот, но на тот момент, как бы, это хорошо. В институте зарплаты небольшие, но это компенсировалось тем, что у меня было свободное лето и стабильно 3-4 выходных в среди недели. То есть у меня было очень много свободного времени, как бы, и поэтому, ну, здесь тоже такой момент. Вот. Почему я в Oriflame-то пошла? Еще, будучи уже работая до Oriflame, я работала, пыталась, да, строить бизнес в других сетевых компаниях, только офлайн, да, не онлайн. И, ну, я там не выросла, ну, если бы выросла, да, я бы там бы и работала сейчас, но зато получила колоссальный опыт, который мне пригодился, собственно, и здесь, да. Но вот у меня не получилось, вот как у других, да, лидеров, вот офлайн, вот эти встречи постоянные, там звонки, там знакомые, там и так дальше. Свой первый звонок я вообще сидела, наверное, ну, наверное, минут 30, так точно, мне спонсор скрипт написала, там что говорить, и я с этим телефоном, сердце колотится, номер уже только осталось нажать набрать, а я не могу набрать. Ну, потом такие, ну, то есть там выход из зоны комфорта колоссальный, или когда заходишь в какие-то организации, там больницы, там и так дальше, или тот же рынок, да, и нужно обратиться там к кому-то. Вот есть люди, которых вот прям вот у них это идет. Я помню, по этому рынку бродила, наверное, ну, час, присматривалась к продавцам, кому каталог предложить, вот, ну, потом что-то кому-то предложила, но вот вообще это, конечно, ну, в плане опыта это очень круто, но вот так вот работать постоянно я, ну, не получилось, у меня у других получается, у меня нет, ну, вот так, в общем, я забросила эту идею, почему я вообще на сетевой бизнес смотрела.
Кто не смотрел мультик, введите в интернете «Притча о трубопроводе», посмотрите. Именно этот мультик мне как-то, вот он что-то вот, да, жетончик провалился и вот щелкнуло в голове, потому что раньше я к сетевому бизнесу относилась очень отрицательно, я сейчас понимаю этих людей, и вы тоже с пониманием относитесь, да, вот кто строит бизнес, потому что, ну, всему свое время, человек должен созреть. Когда меня приглашали в сетевые компании, я всегда фыркала, говорила, вы что, какой-то там через там полгода или год там директор или еще что-то там, а чем мне сейчас семью кормить, и вообще у меня карьера. Вот, я ж там собиралась там дальше расти, там, ну, в общем. И вообще это бред, это все лохотрон, и я не верю, и все остальное. То есть вот у меня было, у меня очень негативное отношение было, тем более мама у меня когда-то тоже была там в компании, и сколько помню, она только покупала продукцию, ее там с какими-то уровнями поздравили, насколько она могла сама купить этой продукции. Ну и, собственно, и все, и на этом все закончилось. Поэтому у меня вот такое вот отношение было, что ну вот это все, ну продукция, да, а вот ну, бизнес нет. Вот, после этого мультика я поняла, что надо что-то делать, потому что работа хорошая, престижная, все прекрасно, но чего нам не хватало? Нам не хватало свободы, да, денежной свободы, финансовой, потому что, ну, шаг влево, шаг вправо, денег не хватает. Вот, я думаю, что я не одна такая, в принципе, так живет большинство людей. Вот, ну и, собственно, карьера, какая карьера, да, то есть, как бы я понимала, что вообще и в одно, и во второе место работы я пришла просто с улицы, без знакомств, без блата, я просто зашла, вот, верхняя фотография, да, красивое здание, там охрана, вертушка, думаю, боже, как все, госслужба, да, это же государственное учреждение, я же такая, здрасте, студентка, студентка еще, я говорю, на работу пришла, меня в отдел кадров отправили, после чего я 3 месяца стажировалась бесплатно, да, вот тоже многие там говорят, вот сначала там небольшие деньги в сетевом, но любой миллион начинается с копейки, и не заработаешь копейку, ты и миллион не заработаешь. Вот, вот там так вот, на обычных работах, да, то есть кто на стажировку ходит, там либо платят копейки, либо бесплатно. Я 3 месяца ходила с 9 до 6, работала наравне с сотрудниками, да, ну училась там, понятное дело. А потом только меня взяли, да, именно уже оформили и уже там продолжала работать. А в институт тоже я пришла просто с улицы. Здрасте, у меня там в отдел кадров, у меня вот магистратуру закончила, уже имею право преподавать, вот хочу к вам, опыт работы там, да, юстиция. Вот, оформили на 1 год, то есть там на, ну, как бы, ну, потом уже на следующий год, уже там, по-моему, на 5 лет был, или на 3 договор, не помню, ну, неважно. И тоже на каком-то из сабантуев, ну, то есть там мероприятие, вся кафедра собралась, да, и там день рождения что-то там отмечали. И старожилы, да, университета, которые там, ну, мужчины, там, доктора, там, доценты, которые там работают уже там по 50 лет в том университете, что-то сидят, и один говорит, да, говорит, у нас одна Нина, говорит, пришла без знакомства, говорит, все остальные чьи-то брат, сват, кум там и так дальше. В общем, все посмеялись дружненько, думаю, ну, я умею. Вот, ну, короче говоря, то есть, думаю, ну, какая, то есть, если, допустим, тем же завкафедры стать там, да, или, и так дальше, то есть, это, ну, попробую сдвинуть там протеже, там, ректора, да, с места, и тут я, какая-то девочка там пришла там с улицы. То есть, вот эти вот моменты, в юстиции тоже хватало своих нюансов, когда, ну, приходят протеже, да. Вот, поэтому где-то вот какой-то все равно потолок существовал, и то есть мне, в принципе, ну, хотелось чего-то, вот, ну, вот чего-то, и вот это что-то мне дал именно сетевой. Во-первых, дал свободу, полную свободу действий, во-вторых, дал деньги, и здесь идет колоссальный личностный рост. Вот, ну, на фотографии вот моя семья и автомобиль, который мы получили от Oriflame по автопрограмме, Toyota CHR, наша красавица. Вот. Ну и, собственно, вот это третье мое место работы. Уже 8,5 лет я оформлена, да, как предприниматель, и работаю с компанией Oriflame в нашем проекте в интернете. То есть, если офлайн у меня не получилось, то онлайн, да, я выросла, и мы продолжаем расти. Ну, о доходах. Конкретно о моих. Я думаю, что каждый из вас видел скрины доходов наших директоров каждые 3 недели, 21 день. Я вообще сейчас не понимаю, как живут люди от зарплаты до зарплаты и ждут месяц. Тут вроде, а тут мне даже знакомые, так вы же вроде уже, вы же недавно получали. Я говорю, ну вот уже опять, ну 21 день, да?
17 зарплат в году. Это мои доходы первые внизу, да, это годовая справка за год в юстиции. Ну, тогда это было уже лет 12, получается, назад. Это были, ну, хорошие, как бы, зарплаты, ну, не маленькие. Ну и вторая, это, ну, здесь на полставочки я работала, как бы здесь деньги небольшие, плюс еще неполная ставка, поэтому, ну, как бы я же говорила, да, что зато много свободного времени. Вот, на что хочу обратить ваше внимание, да, высчеты, налоги, которые платят те, кто работает по найму. Кто слышал выражение, да, что чем больше люди зарабатывают, тем меньше они платят налогов? И еще среди бедных людей, да, ходит такая: вот сволочи, там, мало того, что они и так там деньги загребают лопатой, еще и налогов мало платят, да, а те, кто мало зарабатывают, они больше налогов платят. Так вот это вот так, это так и есть. 21% налог с любой расчетки, у меня все расчетки сохранились, уже история, да, с любой расчетки взять, юстиция, либо там вот университет, неважно, какую сумму ты получаешь, 21% забирает государство. Это там и пенсионный фонд, ну, в общем, разные там несколько категорий. И сейчас, насколько знаю, ну, есть или нет, ну, добавляли точно, оставили или нет, ну, думаю, что оставили, еще 1,5% налог на армию. Вот, то есть вообще получается 22,5%. Россия, я знаю, платят 13% налоги те, кто работает по трудовой. Вот, мы в Oriflame, работая на себя, так как предприниматели, мы платим всего лишь, вот Украина 5% платит налога, а Россия 6%. То есть Россия в 2 раза меньше платит налогов, да, от дохода, а Украина вообще в 4 раза меньше. Вот, поэтому вот вам и разница, да, кто, может быть, тоже где-то мелькают мысли, что вот страшно, налоги и так дальше, не страшно. У нас девчонки бегут, я сама помню, с такими горящими глазами бежала оформлять это предпринимательство, не страшно, потому что ты платишь 5% от дохода, да, это не 20, это не 13%. Вот, и пенсионный фонд, да, пенсионный фонд мы платим 12 раз в году, зарплата у нас 17 раз в году. В России, я знаю, те же деньги, что идут на налог, они же идут и на пенсионку. В Украине у нас пенсионка отдельная, это в квартал, ну вот на сейчас там 1700 гривен, ну, или сколько, не помню, по-моему, 1700. Платилось, не, ладно, неважно, или 2500. В общем, это деньги, опять же, мы платим 12 раз в году, а зарплата в Oriflame у нас 17 раз в году, и оно стоит того. Стоит того, сейчас покажу свои доходы, и хотя это было тоже 8 лет назад, вот сейчас 7 лет назад, да, вот это я только вышла на директора, и пошли мои зарплаты. И даже сейчас, с учетом того, что тогда курс доллара был 1 к 8, то есть 4000 гривен это 500 долларов. Россия умножьте на 2,5. Ну, как бы, вот смотрите, и даже сейчас, да, не все могут похвастаться такими доходами. Ну и вот они, как они у меня росли. То есть, ну вот я писала, да, в тенге 200 тысяч, там 13 миллионов, это еще старая, да, а сейчас в Беларуси уже не миллионы. Вот, дальше, смотрите, дальше. Если вы работаете, да, не просто сидите, да, и смотрите, но работаете, ваши доходы будут расти. И уже через практически 2 года я вышла на свой годовой доход в юстиции, только здесь я его получала за 21 день, да. Вот помните справочка, да, 25 тысяч гривен. Так вот, 25 тысяч гривен, Россия, это где-то 60-70 тысяч рублей. Это я уже получала за каталог. И... я даже не свои, вот этот 13-й год, да, я даже свои скрины не сейчас новые не беру, потому что вот эти деньги зарабатывает далеко не каждый. Дальше 14-й год, да, то есть здесь уже здесь доход за месяц, да, вот они как раз таки, это месяц, когда 2 зарплаты выпадают, то есть у нас 4 месяца, когда выпадает 2 зарплаты в месяц.
значит, получается, вот сентябрь месяц, да, выпало две зарплаты, и это уже в 3 раза больше, чем я зарабатывала за год, работая госслужащим. Вот они где перспективы, вот она где свобода и где открываются, ну, да, вообще потрясающие перспективы. Ну и вот еще дальше, да, это какой год? Это уже 16-й год, за месяц 166 тысяч гривен. В общем, я подсчитывала, в 100 раз больше сейчас доход, чем работая на той же, в том же университете, да, не в юстиции, но в университете. Вот, и здесь доходы не ограничены, то есть они ограничены только в вашей голове, то есть вот какой у вас идет, вот какая идет планка, да, то есть у меня была планка 5000 гривен на тот момент, это где-то, ну, 600 долларов, да. Я думала, что я буду получать эти 5000 гривен, и я буду счастлива, богатая, и, короче, там вообще все. Когда я вышла на звание директора, я поняла, что только сейчас все самое интересное начинается. За эти 8 лет мы побывали с мужем, мы уже считали несколько раз и все время более чем в 10 странах, и в каждой стране есть страны, там Испания та же, в которых мы побывали несколько раз, да, в разных городах. Там в Испании, например, это Мадрид неделя, Валенсия неделя, вот мы были в Пальма-де-Майорка неделя в этом году. То есть это было уже 2 круизных лайнера у нас, где мы по Средиземному морю плавали, да, то есть конференции в Японии и в Америке были, и в Абу-Даби, ну, Эмираты, да, и Доха, столица Катар. Вот, ну, как бы здесь компания просто бонусом еще вас возит. Это по желанию. Я знаю, есть такие, но редко, но бывает, что люди по каким-то причинам не хотят ездить, да, какие-то, ну, на конференции. Ну, пожалуйста, не надо. Это бесплатно, да, то есть полностью перелет, проживание, питание в 5-звездочных отелях оплачивает Oriflame. И вы уже, у нас уже единственная компания, где могут с уровня менеджера, да, люди квалифицироваться. Вот сейчас у нас квалифицируются наши менеджеры на поездку в Анталию. То есть это как бонусом. Плюс автомобиль, автопрограмма с уровня золотого директора, да, плюс доходы, нормальные, классные доходы. Вот, ну, теперь о доходах, думаю, понятно немножечко, да, то есть здесь перспективы есть. Вот, то есть сколько вы хотите зарабатывать, значит, вы этого можете добиться. Теперь о команде, о нашей команде. Наша команда, это экспресс-карьера, наша команда первая, которая начала работать именно через интернет. То есть до нас такого подвига никто не совершал. И наш директорский состав, а сейчас это более 500 человек, вот в директорском чате, да, это те люди, большинство из которых выросли онлайн. То есть мы не ходим с каталогами, мы не бегаем, не продаем, мы никому не навязываемся, мы не ходим с кошелками, сумками там и так дальше. Есть девчонки, которые вот последние вот года 3, может быть, начали именно вот офлайн, да, тоже работать. Но это исключительно по их желанию. Я даже не знаю, честно говоря, как они работают, не вникала в систему, потому что, ну, мое это онлайн. Все, офлайн мы встречаемся на мероприятиях компании, на конференциях, ну и какие-то могут быть там встречи команды, да, если там с одного города, например. Но вот у меня команда в разных городах Украины и в разных странах, то есть как бы собраться реально только на конференции. Вот что мы, собственно, и делаем. И вот она наша команда, это в 2012 году. Аня наша была единственным директором, и потом уже вот пошел 13, 14, 15 год. Сейчас просто, чтобы вы посмотрели, да, 16 год, лимузины, 17 год, вот наша команда. Это фотографии, это разные страны: Украина, Россия, Казахстан, Беларусь. Ну, самое большее это лидерского именно состав, это Украина, Россия, Казахстан сейчас на данный момент. Но мы растем. Вот. Кроме того, таким составом уже большим мы ездим не только на банкеты директоров ежегодно, которые проводит компания в каждой стране, да, но и на золотые конференции. То есть мы реально не можем вместить, мы не можем собраться все вместе. Это просто практически нереально, да. Мы не можем,
ну, мы уже еле-еле вмещаемся в кадр. Вот, поэтому и вот эти все лидеры, наша команда готова вам передать все свои знания, опыт, наработки за 8 лет работы. И именно от нас пошли, не постесняюсь этого сказать, я этим горжусь, собственно, потому что другие компании и другие команды уже с нас стали брать примеры и работать онлайн, как мы. Было даже такое, что даже подписывали нам структуру шпионов, там, чтобы разузнать, как мы работаем, то есть до такой степени. Это было, ну, не один раз. Вот. Но это говорит только о том, что мы самые сильные, мы лучшие, и мы всегда держим руку на пульсе, и мы растем, и мы каждый год показываем результаты и показываем звания на банкетах и на конференциях. Да? Каждый каталог у нас новые звания. Ну, тоже есть у вас, да, думаю, канал «Мотивация экспресс-карьера», там все ну, дублируется, да, девчонки, когда там звания закрывают там и так дальше. Вот. Так что это наша команда. Идем дальше. Вот там мы на банкет, да, лимузины заказывали в отеле, там даже постик делали, я помню, что наш отель лимузины понаезжали. Вот. Ну что, теперь дальше, да, к сути. За что платят нам деньги? Нам деньги платят не за продажи, да, то есть продавая по каталогам можно заработать, конечно же, и достаточно много можно заработать, но есть потолок, выше которого все равно не прыгнешь. Никто не будет вам платить по несколько тысяч долларов за продажи по каталогам, потому что это нереально для человека. Ну, это надо, я не знаю, это надо там, ну, собирать просто тысячами заказы, там развозить и так дальше. То есть это физически просто невозможно, да? Это надо вагонами продавать косметику там для того, чтобы зарабатывать эти деньги. Деньги компания платит именно за созданный товарооборот групповой, да? Личный товарооборот, понятно, и плюс групповой товарооборот. За что обычно вообще, да, платят деньги в нашем, ну, в наше время? Любую профессию, если взять, пусть это будет там учитель, или это будет там продавец, или там человек на заводе работает, то есть платится за продажу услуг, продажи товара или информации. То есть люди продают себя за деньги, да, продают свои знания, если он преподаватель, да, продают свои умения, если там человек какие-то детальки делает, да, там на заводе, там, не знаю, там для, что, ну, для каких-то, для поездов, там мебель и так дальше, да. То есть и продают свое время за деньги. Так живет большинство людей, 80% так живет, да. Продают информацию, это инфобизнес, да, который сейчас много бизнес-тренеров, которые там мотивируют и так дальше, проводят различные тренинги онлайн и офлайн, то есть понятно, да, с этим понятно. В нашем случае это именно товар, потому что Oriflame это компания-производитель, да, и, кстати, мы здесь защищены от подделок, потому что нет посредников между нами. То есть, когда вы получаете заказ в коробочке, вы получаете его напрямую со склада от компании. То есть, есть заводы, из заводов идет доставка на склады там в страны, да, и все, и со склада напрямую уже консультанту. Если брать обычный магазин, то там много посредников и перекупщиков, и, соответственно, с каждым, да, перевозчиком, перекупщиком цена завышается. Вы приходите в магазин, вы платите 100% за товар, да, а цена его там 100 рублей, а цена его там 20 рублей. Вот эти 80 рублей вы этим кормите, то есть мы все, ну так устроено, да, мы все кормим там, за счет наших денег выплачивается зарплата кассирам, за счет наших денег строятся площадки, где можно, как она называется, забыла, поставить машину, да, ну, перед этим самым, перед магазином. И даже если вы ходите пешком, вы все равно платите за автостоянку. Вот, вспомнил слово автостоянка. Вот, вы все равно за это платите, потому что это уже заложено в цену товара. Значит, в сетевых компаниях, особенно так как у нас компания-производитель, компания и может делать, варьировать, да, цены и делать скидки, просто продавать продукцию практически, ну, не знаю, практически даром.
эти распродажи, эти акции, которые проходят, если бы Oriflame не была бы производителем, да, наша компания, то есть сетевые компании, которые закупают у заводов там продукцию, да, допустим. Так вот, они зависят как бы от того производителя. Производитель поднял цены, хоп, сразу в каталогах цена поднялась. То есть здесь компания сама уже сам себе хозяин, сам себе, да, сами с усами и сами считаем, как считаем нужным, так и делаем. Что чаще всего покупают потребители? Конечно же, это продукты питания, это продукция по уходу за собой и продукция по здоровью. Было бы сложно строить бизнес компании, которая продает там одежду, да, обувь там, или там машины, или телевизоры. Да? Ну вот представьте, ну купила я себе телевизор, ну ладно, там купила в каждую комнату там еще телевизоры, хорошо. Ну а дальше что? А дальше это все равно кушать хочется, деньги хочется, да, поэтому это сложно. Есть компании сетевые, которые продают путевки, да, то есть там, я не знаю подробности, но как бы за счет того, что человек купил путевку, поехал там путешествовать, и как бы, то есть тоже выплачивается. Но опять же, человек не будет каждый месяц ездить путешествовать. Очистить зубы, да, ухаживать за собой, да, он будет постоянно, независимо от финансового достатка семьи. Средства по уходу за собой, кремы там для ручек, для ножек там и так дальше покупают все. Независимо от финансового достатка семьи, пару раз в год, но раз в год так стабильно люди покупают для того, чтобы повышать иммунитет, витамины там и так дальше. Да? То есть это то, что есть у нас. То есть продукция по здоровью и по уходу за собой. Ну, продукты питания, в принципе, у нас тоже, да, то есть наша продукция wellness, это как продукты питания. Дальше идем. Так, то есть по факту вот ответьте себе на вопросы. Вы тратите средства и ваши близкие, ваши родственники на средства личной гигиены, косметику, периодические витамины. Естественно, да, это ну вопрос такой. Каждый человек, независимо от уровня дохода, тратит деньги на эти вещи. И каждый из нас, мы ежемесячно создаем товарооборот. Плюс, когда мы сказали, там, Маш, смотри, там в магазине купила там шампунь, он классный, пойди купи. Вы создали групповой товарооборот. Только обычный магазин вам за это деньги не заплатит. Они возьмут всю выручку себе. Сетевые компании за вот эту рекомендацию платят деньги. Вот, поэтому именно вот это создание группового товарооборота приносит рост и приносит хорошие большие доходы. Да? Дальше, смотрите, каждому из нас предоставляется личный кабинет, да, на сайте, на официальном сайте Oriflame. Вот тут тоже хочу сказать, что не нужно нам делать свои сайты, что вся отчетность, вся финансовая, да, бухгалтерия, это все берет на себя компания. Это очень удобно, потому что это на самом деле, ну, ты просто зашел, отчет посмотрел в табличке, там, кто на каком уровне, там и так дальше, там какие-то, да, там квалификации, и все, это все уже за нас сделали, за нас уже, как бы, и это очень удобно. И мы работаем на платформе, да, компании, которая обеспечивает вот этот сайт, то есть не нужно самим делать там сайт и так дальше. Вот, и у вас есть возможность брать там продукцию со скидкой 20% сразу после регистрации до 80%, потому что, да, есть там акции, есть бесплатно, да, когда каждый четвертый продукт в подарок. Ну, нормальная реакция любого человека рассказать всему своему окружению, смотри, у меня есть такая возможность, покупай у меня. Когда человек открывает свой магазин, да, любой, хлебный киоск там или что угодно, естественно, он будет всем своим знакомым звонить, рассказывать, писать там в мессенджерах и так дальше. Я же там открыл хлебный киоск, ты ж у других хлеб не бери, бери у меня, да, у меня там свежий всегда. Вот, с чем столкнутся люди? С тем, что кому-то будет облом идти до вашего киоска, хоть это ваш друг, знакомый, да, а ближе к нему там находится магазин, и он туда ходит, покупает там хлеб. То есть, ну, не все будут покупать у вас хлеб, не все знакомые. Также и здесь, не все знакомые будут покупать у вас там в Oriflame. Но это ничего страшного, это нормальная ситуация. Вот. То есть главное, что здесь вы знаете, ради чего вы это делаете. Компания выплачивает 9 видов дохода. У нас есть, можете запросить там у спонсоров. Многие директора вели вебинары. 9 видов дохода, которые можно зарабатывать, работая онлайн. Ну, офлайн тоже, но мы онлайн, да, команда. Так, сейчас. То есть как мы создаем товарооборот?
Это либо личное потребление. То есть, смотрите, для потребителей, так же как и в любом обычном магазине, никаких нету ограничений. То есть захотел потребитель, купил, не захотел, не купил. Захотел, купил одну баночку, захотел 10 там баночек купил, ну, грубо, да, говоря. Здесь точно так же. То есть захотел он купить одну баночку крема, там больше ничего. Все, он делает заказ, покупает одну баночку крема, больше ничего. Если вы хотите строить бизнес, вам необходимо учиться делать личный товарооборот минимальный, который требуется компании. Это 150 баллов бонус. Это Россия в среднем 6 тысяч рублей, 6-7 где-то так. Украина это 1500 гривен. Обычно на эту сумму, ну, люди не набирают столько продукции именно по уходу за собой, шампуни, косметика и так дальше. Ну, хотя бывают там девочки косметику как купят, так там не на 150 баллов, там на все 500 баллов, но если брать, да, по соотношению. Почему такие установки? Ну, во-первых, в любой сфере, где бы вы ни работали, сетевая эта компания или работа по найму, в любой сфере есть свой минимум для того, чтобы получать доход. Если это учителя, значит, у вас есть свой минимум, который вы обязаны читать, да, вы это время обязаны посвятить там ученикам для того, чтобы получить свою ставку, да. Если это продавец, кто работает в сфере торговли, там сплошь и рядом устанавливаются там кафе это или продажа там магазины какие-то, да. Там устанавливается минимум, на который, то есть минимальная касса, да, которую нужно сделать. И это далеко не 6 тысяч рублей или 1500 гривен, это намного больше, да, вот, то есть это нормальное явление, и в принципе люди с этим соглашаются, то есть везде, где бы вы ни работали, вы обязаны сделать свой минимум, даже на заводах есть план минимум, который должны сделать, эта реклама выскакивает, значит, те же там, не знаю, маршрутное такси там, которое, да, то есть должен быть какой-то минимум, минимальная касса, да, сверху уже там он что-то может там себе забрать или процент берут там или еще что-то. Во всех сетевых компаниях есть свой минимум. Как делать товарооборот личный? У нас есть два способа, бегать с каталогами вам в любом случае не нужно будет. Значит, это либо личное потребление, либо организация совместной покупки через интернет. Как правило, наши партнеры организовывают эту совместную покупку там, с родственниками. Там 5 семей, там по 300 рублей, там, там в среднем, вот я смотрела статистику, Google говорит, да, что в среднем семья тратит на мыльно-рыльное где-то 900 тысяч рублей. Ну там, правда, я смотрела, это, по-моему, 18-й год, но неважно. То есть собрать там несколько семей, там папа, мама, там родители, сестра, там брат, там, да, кумовья, там дети, если уже взрослые. То есть так или иначе, они, понимаете, они эти деньги потратят. Так лучше пусть они их тратят у вас и помогут вам сделать ЛТО. Либо это организация тоже совместной покупки по своему городу. Я думаю, все сталкивались там в интернете, там, да, совместные покупки, там, игрушки, вещи, там, и так дальше. Вот здесь вот точно примерно такой, этот самый. Причем это занимает немного времени, буквально 20 минут в день, и вы без проблем соберете эти 150 баллов чужими деньгами. То есть вкладываться, да, в продукцию не нужно, и мы наоборот всегда отговариваем. Нельзя. У меня были девочки, которые хотели там сделать закупку и там ходить продавать. Я вообще это запретила, говорю, все, нельзя. Во-первых, стоять вот там продавать на столиках, как это вы, возможно, встречали, это запрещено компанией. Во-вторых, это уже не сетевой бизнес, а классический бизнес. То есть ты вложил деньги, идешь продавать. Продашь, не продашь, это уже вопрос другой. Как я делаю свои 150 баллов, 200 баллов, да, когда директ уже в глубина много директоров, чтобы получать директорские бонусы, нужно делать 200 баллов. Я вот приготовила, сейчас вам покажу. Значит, у меня семья, я муж и двое детей, да. Старший сын сейчас в Польше учится, но он там тоже покупает, получает эти витамины. Значит, витамины мужские, витамины женские и ребенок. Омега и витамины. Ну, это уже, в принципе, практически 200 баллов. Плюс кальций, который мы счастливы. Мы раньше брали в других компаниях кальций. Когда появился кальций в Oriflame, я просто была безумно счастлива. Я очень довольна.
Все, вот вам две, будет уже больше, чем 200 баллов. А у кого детки, да и вот касается и взрослых, я не буду рассказывать, какие они тут классные и так дальше. Вы можете почитать состав, вы можете почитать все регалии витамин на сайте. А единственное, что могу сказать, что здесь на каждом нашем продукте Wellness есть сертификат GMP, это международный стандарт. Вообще компании 10 сертификатов, если я не ошибаюсь, на Wellness. И не каждая витаминка в аптеке имеет эту печать, да, GMP. Вот. Дальше. Мы уже пьем эти витамины без перерыва уже несколько лет. То есть я уже с уровня директор могла позволить себе просто брать на семью. То есть все, я взяла на каталог, все. Это я единственное, я вот косметику там, да, аксессуары там и так дальше. Если беру все, это уже не 200, это уже 300-400 баллов. Ну и выручая то, что когда идет каждый четвертый продукт, да, то есть бесплатно за копейку там, да, за гривну. То есть три упаковки получил, три каталога, да, получаешь по упаковке, по подписке, и каждая четвертая упаковка в подарок. Это детские витамины и взрослые в том числе. А у меня ребенок ходил еще тогда в садик, когда я начала ему давать, да, витаминки. Я начала давать раньше, чем здесь рекомендуемый возраст. Вот омега детская с 3 лет. Я начала давать где-то с 2 лет. Я просто дозу меньше давала. Когда он начала их давать, мы стали меньше болеть. Вот. Но вот за эти 8 лет мы, если заболеваем, то это, и мы этими же витаминами спасаемся. Я когда заболеваю, я вот беру этот пакетик, да, и в день могу там, ну, смотря какое состояние там, выпить их там 3-4-5 штучек. Лучше вот это пить, чем антибиотик, согласитесь. По садику, да, ты смотришь, там практически там больше половины группы детей просто нет, они все болеют. Наш ходит всегда. Кстати, вот Oriflame единственная сетевая компания, которая получила по детской омеге, получила сертификат. Омега проходила апробацию в нашем киевском институте акушерства и гинекологии, акушерства, педиатрии и гинекологии. Апробация это значит то, что в течение месяца на детках тестировалась под присмотром врачей вот эта омега. И компания Oriflame единственная компания, которая, во-первых, согласилась на это, и единственная сетевая компания, которая получила от этого института официальный документ о том, что она рекомендуется в качестве добавки к пище к деткам. Рыбий жир, ну, есть детки, которые не могут жидкий пить, у нас вот мамочки, да, дают одну капсулу взрослую, то есть проглотить. Очень круто, когда горло болит, я вот эти капсулы, астаксантин и омегу рассасываю, и они вот горло прям вот лечат, там, каждый час, допустим, получше, чем любые сосательные эти леденцы, которые идут от кашля. Плюс еще вот коктейли, это постоянно у нас дома, ребенок утром уже сам делает себе, колотит с бананчиком, там, ну, в общем, что есть, там, клубничка, там, еще там что-то, он засыпает коктейль, а с молочком, с какими-то фруктами выпивает и идет в школу. Там у них после первого урока завтрак, утром он не завтракает. Ну, бывает, если хочет бутербродик, но это редко, в основном коктейль, но он сытный и полезный, и... Ну, как по мне, как бутербродики вообще бы не ела, но хочется иногда, поэтому тут такое дело. И получает свою дозу еще и этого белка. И плюс полезно, и очень-очень вкусно, просто безумно вкусно. Вот я так делаю свои 200 баллов, ну, это я больше делаю, да, то есть в среднем 250-300 баллов. И если мне так разгуляться, то там будет намного больше баллов. Это не считая того, что, соответственно, естественно, косметика. Я даже накручена бигудями Oriflame. Ну, то есть все, да, сережки, вот Oriflame подарил нам этот позолоченный, да, этот самый кулончик. То есть все... Это все-все в баллы. То есть, если каждый из вас пойдет в свою ванную и почти сравните по баллам, как в каталогах, то вы будете удивлены, насколько много баллов у вас там идет потрачено продукцию, но вы за это ничего не получили.
Здесь Oriflame за это платит деньги. То есть способов, в принципе, хватает. Главное, что вы можете делать этот ЛТО собственный, чужими деньгами. Себе там приобретать сколько вы можете. Я понимаю, что не все могут позволить себе на такую сумму покупать витамины и коктейли. Сама такая как бы была раньше. Но все возможно. Главное, чтобы было желание. Хочу, чтобы вы задали себе вопрос, сколько вы стоите на рынке труда. Какая ваша специальность? Давайте вот пообщаемся в чате. Напишите, с кем вы работаете, да, там, или какая специальность, там, заканчивали на что университет, да, там, или, ну, где-то учились, на кого учились. Сколько средняя зарплата, да, какая у вас специальность и сколько средняя зарплата у вас по вашему, ну, городу, да, по этой специальности. То есть сколько вы стоите на рынке? Напишите в чат, пожалуйста. А я пока расскажу, что дальше, да. Сколько зарабатывают наши новички? Значит, если вы разделите свою зарплату на 176 часов в месяц, 176 часов это 8 часов в день, да, 8-часовой рабочий день и 22 рабочих дня я взяла. Воспитатель 15 тысяч рублей, повар 15-20 тысяч рублей. Смотрите, вот и... Давайте посчитаем, да? Пятнадцать тысяч рублей поделить на 176. В час вы зарабатываете 85 рублей. С чем я вас и поздравляю. Повар 20 тысяч, давайте возьмем. Ну, тут понятно, там 100 рублей, допустим, да, на 176. 113 рублей в час. Вот столько стоит ваш час. Сколько стоит час нашего новичка? Собрать совместную покупку через интернет, если человек задастся целью, он это может сделать буквально, особенно новичок, да, за час, ну, два максимум. И я эти цифры, вот, которые вы сейчас видите, да, специально Россия, Украина, Беларусь, я это брала, не надо плакать, надо, вот я считала, мой час стоит 500 гривен, это 1500 рублей. Где-то. Ну, у нас соотношение зарплат немножко разное с Россией, ну, как бы, вот сейчас в Oriflame, а раньше такая же, как вы была. Вот, поэтому главное, нужно что-то делать, да. Смотрите, на одних только совместных покупках, сделая заказ, да, чужими деньгами на 300 баллов, опять же, этот заказ, то есть, вот по нашим рекомендациям, когда, не буду сейчас объяснять, это еще на полчаса, как вести, да, группы в мессенджерах там, или в соцсетях для того, чтобы вот эту, для того, чтобы там собрать заказы, чтобы люди вам, да, написали, заказали что-то. То есть это занимает буквально там, ну, там дать информацию, там, ну, 10 минут, там, ну, где-то что-то может быть разослать смс-ки, ну, еще 10 минут. То есть это по времени оно выходит, ну, совсем немного. И заказ на 300 баллов, который можно собрать буквально за час, человек получает, ну, вот смотрите, да, Россия, Украина, Беларусь разбила по... То есть немедленная прибыль, это разница 20%, да. Потом идет объемная скидка, это то, что начисляется компания Oriflame вам уже как зарплата, да. И плюс надбавки, да, там идут проценты дополнительные за большие заказы. Вот, задача добавить людей в чат и участвовать в обсуждениях, да, там отзывы оставлять там и так дальше. У нас это все уже налажено и... новичку остается только копировать, да, и, ну, и вставлять, собственно. Вот кто, новички ж не, ну, не могут знать, да, всю продукцию там и так дальше. То есть здесь в помощь уже более опытные партнеры и вся информация. То есть вы берете просто и повторяете своего спонсора, все. И там в группе, там, либо в соцсети, где хотите. У нас и в Инстаграм делают эти чаты, и в Одноклассниках, то есть где больше знакомых. WhatsApp, Viber, там, Telegram и так дальше. Вот, то есть буквально за час работы наш новичок может заработать 4500 рублей. И это он еще не строил структуру, да. Это он просто организовал свой личный товарооборот. Все. А потом спрашивают, а сколько ты заработал? 4500 рублей там. Ой, мало, так подожди. Я за час это заработал, да, а ты за 15 тысяч рублей там месяц пашешь, да.
Вот, то есть это тоже один из, почему вот люди, во-первых, это мышление людей, то есть те люди, которые не ценят маленькие деньги, они большие деньги вряд ли когда-то вообще увидят. Миллион начинается с копейки. Вот не цените копейку, все, миллиона вам не видать. Без копейки это уже не миллион. Вот, и вот эти вот замашки, когда пишут, а что там, там твои там, ой, там объемная скидка 300 рублей, там, да, или 70 гривен, там фигня, там, что это за деньги вообще, это не деньги. Богатый человек вам так никогда не скажет, богатый человек пожмет руку и скажет, ты молодец, давай иди дальше, давай, все начинается с малого, давай, работай. А бедняки, у которых мышление, ну, потому что все общество в таком мышлении выросло, нас не учили, как обращаться с деньгами, как относиться к деньгам, как экономить деньги. Такое типа, та это не деньги, да, можно мелочь где-то там потерял, ну и ладно, не страшно. И вот это вот все, оно пазлик-пазлик складывается, и потом человека деньги просто не сохраняются, и как бы и он особо многое не зарабатывает. Поэтому цените, допустим, вот у нас в Украине вот девочка, да, 16 лет, там, это ученица старших классов, вот тоже, получается, вот ей кто-то сказал, типа, то что там эти 100 гривен там твои в Oriflame, которые ты заработала, что ты там ерундой занимаешься? На что она ответила, она мне рассказывала, я говорю, ну молодец, вообще умница. На что она ему сказала, я вообще-то за 100 гривен мне нужно обвесить 1000 объявлений у нас тут по городу. За 1000 объявлений, да, наклеить 100 гривен. А здесь я их заработала просто на смартфоне, не выходя из дому, да. Вот и все. То есть разница соотношения, да, трудовых затрат и так дальше. Поэтому цените, да, вот это цените и об этом говорите людям, что это, опять же, не за каталог, да, а за час работы, да, заработанное. То есть если вы будете по 8 часов в день собирать в интернете заказы, поверьте, вы заработаете гораздо больше. Вы заработаете в два раза больше, чем вы на основной работе получаете. Но это этим же ж никто. А люди думают, что ассоциация, да, он там пашет бедный в этом Oriflame по 80 часов в день там и заработал эти 4000. А он там часик что-то там, какие-то там смс-ки разослал, там в группу что-то скинул, да и все. То есть люди-то этого не знают, объясняйте. У них тогда будет другое совсем восприятие нашей работы. И вы тоже вот посмотрите на это с другой стороны. Вот, ну, не буду зачитывать слайд, да, почему продукция Oriflame. Я же говорю, вот wellness мы просто перестали болеть. Мы, да, конечно, бывают простуды, где-то там горлышко, или там сопельки, или еще что-то там, но это настолько легко. Раньше я стабильно болела зимой пару раз в год, и болела сильно именно. То есть у меня это было, вот, не знаю, постоянно. Каждая зима, то есть пару раз, там на неделю, там на две, было такое не раз, что я уже и антибиотики, потому что, ну, сильно и как бы, ну, хотелось быстрее выздороветь, ну, мы же, как всегда, люди, да, хотим, хочется быстрее. Вот, то есть я забыла, что это такое. И я очень рекомендую тем, у кого дети, давать наши витамины, вы забудете, что такое постоянные простуды и болячки. Это потрясающее качество. Вот, разрабатывают их ученые, да, у нас работает более, в штате Oriflame более 100 ученых в Швеции. Ну, то есть тут я могу дифирамбы петь еще целый час. Вот, смотрите, 26 запатентованных конвейерных линий на разных заводах мира, 800 поставщиков со всего мира, которые привозят вот растения, да, то есть ингредиенты для того, чтобы компания делала уходовую продукцию, да, и wellness. И уходовые компоненты есть не только в ну, косметологических средствах, но и даже в декоративной косметике. Вот сейчас, например, новинка, я уже буду ждать, я жду заказ, уже сделала в этом каталоге тушь Джордани, да, с ухаживающим комплексом для того, чтобы реснички были крепче там, и так дальше. И в помадах у нас это есть. То есть просто присмотритесь, продукция на самом деле качественная, и кто совсем не разбирается и не знает, там, допустим, какой крем для лица себе подобрать, и он не знает, как там кожу определить, и вообще что, открываешь каталог, а там просто масса всего, и все красивое, да, выбирать по принципу баночка понравилась, лучше не надо.
Во-первых, пробники есть, во-вторых, я приглашаю все-таки на ваш курс, потому что у нас есть каналы, где собраны все отзывы за те несколько лет, которые мы вели эти тренинги. И, да и вообще и отзывы просто у нас, да, есть чаты продуктовые, где много отзывов и фотографий использования до и после продукции. Поэтому, ну, кому интересно, да, вы можете пойти послушать профессионалов, косметолога, врача и пройти наши тренинги. Вы не пожалеете, будет очень много полезной информации. Так, ну, в принципе, что еще? Мы подходим к концу. Помимо товарооборота личного и группового, то есть личный мы научились делать, да, групповой товарооборот мы делаем с помощью приглашения людей через интернет. То есть вот это вот как раз-таки, вот он рекрутинг называется, рекрутирование, то есть поиск людей в свою команду. Значит, и вот здесь начинается именно рост, и вот те суммы денег, которые я показывала. Сколько нужно человек в группе, тоже такой вопрос, да, риторически, смотря сколько они будут заказывать. Если это пришел потребитель, который не собирается строить бизнес, он себе там заказал там на 10 ББ, например, да, ну, пример, то есть вы видите, чтобы стать там золотым директором, нужно 1500 человек. Мы ориентируем своих бизнес-партнеров на быстрый рост, на рост, на выход уровня директора и золотого директора за 3, максимум 6 месяцев. Поэтому, естественно, 150 баллов – это первое условие, которое мы учим делать, да, каждого новичка. Потому что нам, я думаю, и вам, да, каждому из вас не захочется регистрировать 1500 человек, да, перепись населения, который купит себе там на там кусок мыла. Зачем? Лучше рассказать, показать, какая есть продукция, показать перспективы и регистрировать уже полноценно с хорошими заказами и расти быстро. Вот, то есть можно зарегистрировать ту же 1000 человек, но если они не будут ничего покупать, соответственно, уровень ваш будет 0. Я думаю, это понятно, да? То есть здесь вы получаете, как это называется на языке работающих по найму людей, от выработки, да? То есть сделал, все, получил конкретно от выработки то, что ты заслужил. Вот здесь точно так же. Сделал товарооборот, все, получи. Поэтому... Ну, методы работы, мы стараемся работать такими методами, чтобы люди сами писали, да, то есть это доски объявлений, это соцсети, это там те же объявления в группах в соцсетях, это развитие личного бренда. Здесь уже вы подробно уже со своим спонсором обсудите и выберете, какой метод наиболее вам, ну, нравится, да. Вы объясняете суть работы, регистрируете в команду либо партнеров, которым интересен бизнес, либо людей, которые хотят просто покупать для себя. Таких тоже много, пускай покупают, потому что ни один балл нам не помешает, да? Если человек хочет просто для себя чуть-чуть что-то покупать, почему бы и нет? В магазине ж не стоят, а вы что, за одним милом пришли? Все, мы вас не пустим, нам только корзину надо, чтобы вы набрали, да? Так и здесь, хочет, пусть берет. У меня, кстати, была одна девочка знакомая, она мне, ну как знакомая, мы уже потеряли контакт, она знакомая. Ну, короче, она мне вот, я когда начинала еще, да, я же не всегда могла wellness набирать на эту сумму. И тоже по знакомым, естественно, я собирала заказы. Так она мне заказывала в Oriflame только мыло. Вот сколько я с ней работала, она мне, ну, она мне их заказывала штук по 15, по 20 разных. Я еще, вот она у меня одна такая была, вот целый пакет мыла разного, но я ей там принесу там. Ну, хочется. Ну, так пусть она у меня эти деньги потратит, да, чем она пойдет в магазин и там эти 20 кусков мыла наберет. Поэтому нельзя никогда говорить, что ой, фу, маленький заказ или ой, фу, маленькие деньги. Нельзя. Из каждого маленького заказа складывается большой товарооборот. Из каждой маленькой, да, копеечки складываются миллионы. Поэтому никогда не брезгуйте этим. Всегда относитесь с пониманием, если люди делают маленькие заказы. У них, ну, просто элементарно может не хватать денег. Я когда начинала тоже, смотрела этот каталог, и то хочу, это хочу, я все хочу, а ну, как бы тут тоже ж, да, по финансам тоже смотришь. Вот, поэтому вот так, дорогие друзья, коллеги, если здесь есть незарегистрированные, и кто будет смотреть запись, да, ваша задача обратиться к тому человеку, который вас пригласил на эту презентацию. Регистрируйтесь в нашу команду «Экспресс Карьера». Наше название команды соответствует нашему росту. Мы растем быстро, мы растем стабильно, и каждый год мы показываем результаты. И мы уже
Просто даем вам готовую систему, просто повторяйте и все. То есть не надо ничего выдумывать. Когда мы только начинали, мы еще там методом тыка, да, как и такое выражение мне не очень нравится, но оно прям объясняет всю суть. Да, то есть где-то там получилось, там не получилось, пробовали, не знали, получится, не получится. То есть сейчас просто повторять, получится. Уже 8, больше 8 лет мы покажем результаты, и наша команда показывает результаты. Вот, и насчет секты хочу сказать, дорогие мои, мы с вами все живем в секте, которая нас зомбирует, зомбирует на маленький рост, зомбирует вообще, начиная еще со школы. Из людей выращивают, собственно, исполнителей, не выращивают из людей лидеров, да, исполнителей, которым нужно, чтобы что-то кто-то сказал, я пойду сделаю. То есть всегда, да, найди хорошую работу там и будешь жить счастливо. И этот шаблон государства, который нам навязывается, детсад, школа, институт, работа, пенсия. Сколько богатых людей, вы знаете, и я знаю, у меня есть знакомые богатые люди с образованием трех классов, которые неграмотно пишут с ошибками, но люди имеют охрану, имеют кучу машин, имеют дачи там и так дальше, и могут себе позволять путешествовать. Ну, ошибки пишет, а ему плевать. Вот и все. Поэтому мы живем один раз. Поэтому ваша задача просто думать о себе в первую очередь, а не о том, что там кто скажет. И вы думаете, он там переживает о том, что его там может кто-то осудить, что там он и пишет смс-ку там с ошибками. Да ему плевать. Человек живет, себе ни в чем не отказывает. Он обеспечил себя, своих детей, своих внуков, правнуков и всех потомков. Понимаете? То есть здесь вы тоже так можете, потому что бизнес Oriflame передается по наследству. И то, что наработаете вы, это достанется вашим детям. Это очень важно, это очень круто. Вот, поэтому меняйте шаблон, и не нужно то есть, лучше жить да, в секте, в которой вам платят деньги, в которой вас возят за границу, и в которой вас считают за людей, да, и поздравляют на сцене, чествуют, да, поздравляют с вашими достижениями, чем жить в секте и работать на какого-то начальника, который унижает, который пытается там только там, поменьше, дабы заплатить там и так дальше, да. Вот, поэтому и пенсия, которая скоро не будет вообще, да, поэтому на нее рассчитывать нечего. Если вы еще сомневаетесь, просто посмотрите, как живут ваши родители, пенсионеры, как там бабушки, да, как живут ваше окружение пенсионеры. Обычно окружение, оно как бы подтягивается, да, то есть, ну, как бы одного слоя, да, скажем так, люди общаются друг с дружкой, вот. И поверьте, ну, будет то же самое. Если вы хотите изменить этот ход событий, то нужно что-то менять, менять себя. Если вы не хотите повторять, да, и сидеть тоже там на какие-то копейки, как сидят пенсионеры-родители, ну так действуйте, потому что пенсии скоро вообще отменят. И об этом уже говорят уже много, уже сейчас повышают пенсионный возраст, да, повышают. Поэтому здесь как бы, вот, и работа. Работа, работать по 40 лет, ничего, никого не видя, незавидная вообще участь у человека, поэтому, но только сам человек может ее изменить. Мы вам предлагаем ее изменить с нами, с нашей командой, с Oriflame, и мы искренне все, мы вот я вот реально я сейчас говорю от имени всех наших директоров, мы искренне хотим, чтобы у каждого получилось, потому что и вы будете зарабатывать, и мы больше зарабатывать, и также и вы будете ваших новичков вот так вот, да, чтобы помогать, чтобы они там выросли и так дальше. Вот, но зависит все от вас, конечно же, потому что нужно делать, потому что под лежачий камень вода не течет, между попой и диваном доллар не пролетает, что еще там, да? Вот, я хочу, чтобы вы были королевами и королями на балу жизни, на своем собственном балу жизни. Как добираться на работу, как выглядеть на работе, да, это все зависит только от нас. Или мы будем что-то менять, или мы не будем что-то менять, а просто опустим ручки, скажем, ну, все так живут, ну, ничего, нормально, ну, хватает, ну, хорошая, престижная работа там, да, у кого-то может быть там, да, ну, и ладно, ну, и хорошо. У кого-то мужья, да и не только мужья, и уезжают на полгода, на год за границу на заработки, как в ссылку, да, как край, как батраки. То есть уезжают куда-то за границу, семья не видит папу. Это ничего, ну все ж так живут, ну ничего, нормально. Вот, поэтому что для вас нормально, решайте только вы. И если вы хотите что-то менять, то действуйте. Это реально, вот она есть возможность. А уже возьмете вы эту возможность в свои руки или нет, зависит от вас.
Так, ну что, я все. Может быть, есть вопросы? Если нет вопросов, тогда буду вас отпускать. Идемте тогда воплощать свои мечты в жизнь. Идемте тогда действовать. И вам спасибо, что пришли, что послушали. Надеюсь, было полезно. Вот эти все сравнения с доходом, как новички там, да, зарабатывают, сколько и так дальше, применяйте это, объясняйте людям, чтобы они смотрели на это с другой стороны. Тогда не будут люди смеяться, что там новичок мало заработал. И новичок не будет стесняться этих денег. А наоборот, будет гордиться, говорить: слышишь, ты там месяц пашешь, а я тут за час эти деньги заработал. Вот, поэтому... Все тогда, спасибо, что пришли. Я желаю вам успехов, терпения. Да, запись будет, скину директорам, спросите. Желаю вам успехов, терпения, хорошего настроения и достижения всех ваших целей. У вас обязательно все получится. Главное, верьте. Все, всем.